Неизвестная достает кошелек из сумки пенсионерки, стоя рядом с ней у овощной палатки. Потерю имущества женщина обнаружила уже за пределами рынка и сразу же обратилась в полицию. Подозреваемая была задержана в кратчайшие сроки сотрудниками оперативно-сыскного отдела. За что задержана? За кражу кошелька. А где это было, в какое время? В основном на базаре, примерно часов 10. У кого? У женщины. Неоднократно судимая за кражи жительница Энгельса призналась, что успела потратить за несколько часов около 14 из 44 тысяч рублей на личные нужды. Остальные деньги были возвращены пенсионерке. Ну и взяла нечаянно, конечно, и никогда таких денег не брала, всю пенсию. Спасибо, то, что вернули хотя бы часть, хотя бы пенсию мою. По данному факту возбуждено уголовное дело. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, будьте бдительны в общественных местах. Не оставляйте без присмотра вещи, сумки и карманы одежды. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.